Подсовывает, чтобы его тоже полизал, тащил лапу. Нам нужно сегодня будет обязательно засесть. А что это сказать? Как их кидать, мы еще не знаем. Свет, ты че? Че буянил? Блин, не успел заснять. Ну, доброе утро. Я наблюдала, как Сетька сидел и на себя очень долго смотрел в зеркало. Любовался, какой красивый мальчик, да? Только я пошла за телефоном, вернулась, и он такой начал гавкать. Вот и гавкать, сейчас вот лежит. Какой ты красивый, Сэдди. Знаете, что я поняла, что что-то Таффи у нас страннее выглядит, чем Сэдди. Посмотрите, Сэддичка, встань, пожалуйста, солнышко, я покажу. Что-то у тебя талия вообще исчезла. Теперь я тебя буду толстым называть. Тафочки, талия есть. Да, все, Сэддичка, я пошла умываться. Без меня? Без меня пошла умываться? Ну, хочешь, заходи. Hello. Как дела? Ты все лапки свои нализываешь красивые. Подсовывает, чтобы его тоже полизал, тащи лапку. Ты хитрый, да? Ты сам себе лежи лапки. Чё это тафочка тут, это должен всем? Я не вижу. Просто сунула ему в морду. Просто я часто замечаю, что Таффи и Сэдди лапки нализывает. Конечно, Сэдди там просто в пасть ему пихает. Вы видели? Смотрите по морде его, типа, ну полежи мне лапку. Не лежи тебе лапки, Таффонька. Но он сейчас долижет свою лапку, да, Таффи? Манюнечка, смотри, грустный какой. Он просит, такой, ну, пожалуйста, Таффонька, полежи лапочку. Чё, мой красавчик, батюшка, ну, какой ты у меня лапонька. Ты сосиска. Шторочный пес. Папа приготовил супчик. Приготовил супчик. Сказал, чтобы обязательно я добавила в тарелку кинзу и сметану. Так что сейчас я буду уже обедать. А еще папа, когда был в ленте, сейчас у них всякие тут типа семена раздают, не знаю, скольких-то, видимо, рублей. Нам попалось две капусты, вот эти вот семена, и одна рукава. Ну, так что летом, думаю, тоже их попробуем высадить. Вообще еще не знаю, что у нас легко сажается. Я в каком-то году высаживала мяту, она не взошла. Руккола, по-моему, более-менее пошла. Базилик пошел так чуть-чуть. Не знаю, посоветуйте, что, в принципе, легко вырастить. Во всяком случае, есть, наверное, какие-то не очень прихотливые растения. Ну, цветы я сажать, как бы, наверное, не буду. Вот, ну, посмотрим. Надо пообедать. Тут даже мясо, ничего себе. Так, корм пришел. Залетай. Разгавкались тут. Да, ваша еда пришла. Манюни. Так, ну что, я собралась. Сейчас я еду, значит, сейчас мы поедем. Сегодня у нас вторник. Сейчас мы уже встретимся со Стасом. Мы едем на дачу. Нам нужно будет дозасеять травы. Точнее, Стас купил траву.
для газона. Нам нужно сегодня будет обязательно ее засеять, потому что с завтрашнего дня у нас начинаются дожди. И к тому времени, когда мы уже туда поедем уже вместе с собаками, хочется, чтобы как бы уже был газон. А так как у нас обещают неделю дождей, в воскресенье мы это не успели сделать, поэтому сегодня во вторник мы едем, в общем, туда делать. Все, мальчики, я, короче, побежала. Ведите себя хорошо. Выходи давай, солнышко. Сейчас тут дверку закрою. Ой. А что ж такое? Да, одной рукой это не сделать. Так, ну мы приехали на базу. Отдых. Взяли в прокат, как это называется? Штучка. Каток. Вот, каток газонный. Сюда наливается вода. И просто мы сначала вручную, в ножную пытались это сделать, потом прочли, что лучше всего использовать такой каток. И что там, за 250 рублей в сутки, по-моему, идеально. Оказывается, там были царапульки. Да? Так, у нас, значит, какая трава? Обычная, да, универсальная и спортивная. Так, а это что? Это удобрение. Местами тут еще снежочек есть. Но это единственное. Больше нет снега. Самое главное, чтобы он не навернулся. Надо его придерживать. На всякий случай. Мне? Ну, да, чуть-чуть. Вот так? Да. Залили 50 литров. Немножко пол намочили. Смотри, он идеально подходит под ковер. Так, сможешь вытереть? Чем вытереть? Чем обычно вытирают? О! Смотрите, какие огромные почки у каштана. Ого, ты уже пошел. Ничего себе. А вот это удобрение ты купил, да? Ага. Что, прикольно кадать? А? Сейчас ты там попробуешь. Вот так забавная штука. Нам нужно два раза ее раскатать. Сейчас мы копаем, катаем первый раз. Потом мы, по-моему, с помощью царапок, да? Катать уже, когда мы засеем второй раз. Да. Ну как, не тяжело? Не, кстати, тебе лучше, чем мне ходить. Подо мной слишком сильно земля проваливается. А разворот делать? Не, просто обратно его тащишь, а потом переходишь в ту сторону. А может так таскать? По той же трассе, да? Ну да. Не, а что таскать-то? Она не сложно таскать. Сюда дошла. Но я все равно не могу понять. Мне кажется, мы лучше утаптывали ногами. Я застряла. Мы же не знаем, как укатывать. Мы как бы по наитию действуем. Может, действительно, как ты? Они просто ходили так вот. Как ты? Ну вот мне тоже показалось на видео, как-то слишком все просто было. Что у них почва не проваливалась, все как-то было. У нас просто следы, блин. Еще раз как-то попытаться подразрыхлить и укатать. Мы все утрамбовали, разровняли. Теперь мы взяли грабли. Нужно теперь это... Мы опять чуть-чуть разрыхляем почву на 2 сантиметра. Согласно видеоинструкциям, которые мы посмотрели в интернете, для того, чтобы засеять. Да, и параллельно весь этот мусор еще, который мы видим, мы его убираем. Потом мы будем уже засеивать. Сейчас у нас все поле теперь будет вот такое вот разрыхленное. Просто в бок, а потом мы из бока все равно аккуратненько берем. Подготовили этап номер 7. А, по-моему, это надо после делать, нет? Не, это все вместе.
Ты как будто курочек кормишь. Забавно. Как их кидать, мы еще не знаем. А это успокаивает. Посеем все. Раскидали удобрения. Это вдоль забора надо посеивать. Как-то вдоль забора и под яблони. А вот это... Я потом тоже подсею. Тебе не кажется, что мы переборщили, нет? Мне не кажется. Все. Теперь начинаем снова грабить и потом снова закатывать. Так, эту сторону закатали. И... Ты очищаешь? Ну, мысленно, да. Меня комары вообще закусали. Кошмар. Точно это комары? Так точно, да. Ну вот, они все прилетели. Я вот уже сколько убила на тебе даже. Все. В общем, полили, немножко залили. Слегка. Осталось очистить эту историю, помыть калоши, вылить воду и все. Да? И можно ехать домой? Ой, он автоматически что ли включает? Кого? Свет. Прикольно. Так, где у нас, я? Получается, выявлена вот здесь ямка, но мы ее потом подсыпаем. Деловой. И вот тут ямка. Либо мы сделаем просто широкий заход. Вот это мы еще подумаем. Насколько широкий? Ну, чтобы как бы накачанные парни смогли пройти. И мы еще в следующий раз выбросим вот эту гору. Да, вот эту гору мусора. А ты когда крыльцо будешь делать? Мы приедем. Я оценю, что у нас есть. Это выходной. Сейчас померить? Сейчас мы все равно пойдем в тот дом, ага. И там посмотрим. Ну, по-моему, она там лежит. Ну пойдем, пока не стемнело. Что ж, с собаками же гулять. Ну, по-моему, все отлично. Мне нравится. Привет, я тут тоже существую. Иду. Гулять пойдем? Пацаны, мы для вас такой газон готовим. Вы вообще будете в шоке. Там будет такая вкусная травка. Нет? Не, ну не копать, кушать и валяться. Двери открываем. Тебе эта идея не нравится? Ну хватит, хватит, хватит. Толстый. Так ты посмотри на Сэдди, теперь он толстый. Теперь у него клепуха толстый. То есть ты хочешь сказать, что он тафель серии набрал? Да, в талии. Вот обруч начинает крутить и делать вакуум. Вакуум.